Привет, народ! В предыдущем видео мы с вами собрали стеклопакет для солнечной батареи, куда вкладывали солнечные элементы и, в общем-то, потом накрыли вторым стеклом, и получилось солнечный пакет. Ну, видео могу здесь ссылочку разместить, кому интересно. Вот. Но в таком виде, как она у нас получилась, использовать ее проблематично, потому что ее никуда не поставишь, не закрепишь. Поэтому для нее нужно сделать какую-то рамку, каркас, в котором она будет жить. Для этих целей был приобретен уголок алюминиевый 2 на 3 сантиметра, то есть 20 на 30 миллиметров. Вот. Слегка профилированный, ну, какой был, какой смог подобрать. Вот, то есть напилил его, ну, я надеюсь, что как напиливал, это не особо сильно интересно. Вот, напилил по две штучки, две боковинки, две продольные. Вот, приобрел заклепки алюминиевые, сделал вот еще такие 4 уголочка из того же уголка. Вот, приобрел клей «Холодная сварка», вот, универсальный. Что мы будем делать? Ну, инструмент кое-какой взял, молоток, дрель, сверло. Для начала мы соберем квадрат, сложим их. Ну, давайте обо всем по порядку. Для начала собираем квадрат. Выкладываем две коротенькие и две длинные. Уголки эти будут становиться по углам. Для начала совмещаем точно угол, подставляем ровненько наш уголок. На всякий случай отмечаем, так. Отмечаем, где они совпадают. И сверлим отверстие. Так как наши заклепки диаметром 3 миллиметра, то сверлышко мы возьмем 3,2, чтобы заклепочка свободно сидела в своем отверстии. Так, включаем удлинитель. Так вот будет стоять заклепочка. Здорово, практически не выступая. Вот, единственное, нам ее надо чуть-чуть утопить, чтобы у нас не было торчащего краешка. То есть сделать ее заподлицо. Для этого, так как шляпка у нее
5 миллиметров, возьмем сверло, ну, шестерочку вот возьмем, и буквально изнутри чуть-чуть заглубим. Ну, а здесь можно просто краешек обровнять. Вот, теперь заклепочка будет сидеть ровно, и здесь нам хватит ее расклепать. Но для большего усиления мы будем использовать универсальный клей «Холодная сварка». Ну, я взял наш простой союз, алмазовский, или алмаз союзовский. В общем, вот такого карандаша, колбаска там одна в одной, разминается, то есть отрезается сколько надо, разминается для однородной массы, наносится, в принципе, очень хорошо держит. Так, сразу делаю второе отверстие, чтобы две их заклепать. Ну вот, готово, в принципе, второе отверстие, отлично совпадают. Для того, чтобы теперь их склеить между собой, берем просто грубую наждачку, немного зачищаем поверхность. Далее смачиваем руки, отрезаем небольшое количество, для пробы небольшое количество вот, нашего клея. И начинаем влажными руками его разминать между собой. Должна получиться такая пластилиноподобная масса, которая слегка должна разогреться в руках. Становится мягенькой. Чем тщательнее мы ее разомнем, тем она равномернее смешается. Ну, в принципе, я считаю, что вполне равномерно мы ее размяли. Теперь наносим небольшим слоем на нашу поверхность, и также на вторую часть можно, конечно, не наносить, но для лучшего соединения я его втираю немножко. Теперь совмещаем обе поверхности. Так, лишнее убираем, пока не затвердело, иначе потом это можно будет сделать только при помощи напильника. В общем, практически срезать надо будет. Вот. Совмещаем и вставляем заклепки. Я решил их расклепывать с внутренней стороны, потому как с внешней стороны клепать будет не очень удобно. Вот. Так, ну и пробуем расклепывать.
Ну вот, в принципе, отличненько получилось. Я надеюсь, что когда станет клей, его вообще не оторвешь зубами. Будет крепче, чем изначальный уголок был. Вот. Как-то вот. Надо будет сейчас быстренько позачищать вот это лишнее. Потому что когда застынет, не оторвешь уже. Вот. Это не очень красиво. Конечно, там его никто не видит. Но для себя надо делать хорошо. Ну вот, и теперь по кругу, так как первое уже получилось, и мы видим, что хорошо, по кругу также начинаем делать и все остальные. Ну вот, по прошествии часа, наверное, почти 2 часов, получился вот такой вот замечательный квадратик. Ну, не квадратик, прямоугольничек. Вот, в общем, рамка для нашей солнечной панели. Вот, осталось тут кое-где подчистить, пока не застыл клей. И оставим ее на полчаса. Я как раз пока пообедаю. Клей везде застынет, потому что за 15 минут он схватывается, а через 30 минут уже можно обрабатывать, то есть сверлить, там, точить, не знаю, все что угодно. За полчаса уже это просто камень. Ну вот, прошло определенное время, рамочка наша засохла, клей в смысле засох на рамочке. Я уложил вот на стол уже, подготовил панель солнечную. Положил ее на небольшую возвышенность из пенопласта. Вот. И сейчас, обезжирив края, нанесем силикон и будем клеить нашу рамочку на панель. Вперед. Когда мы нанесли по периметру силикон, можно еще в самой рамке уложить такую же колбаску силикона, чтобы уже схватилось именно с краев. Ну а теперь аккуратненько пытаемся ее одеть. Дело хорошо, нужно чуть придавить по периметру, чтобы силикон разошелся. До момента выхода его сюда вот на лицевую сторону. Вот он постепенно, я вам даже где-то уже вымазался, где-то, ага, вот, через щель начал выходить.
то, что выйдет сюда на стекло, когда силикон застынет, мы его просто аккуратненько подрежем и все. Вот что у нас получилось. Вот такие уголки. Вот так вот лег силикон, чуть-чуть вылазя за край. Вот. Вот здесь уголки тоже вот через щели силикон пошел чуть. Вот, кстати, единственный уголок, который я все-таки крутил панель, вернее, рамку, чтобы почистить, и где-то забыл. Ну, я надеюсь, что мне потом удастся очиститься, а если нет, то, в принципе, не столь важно. Вот. Ну, вот как бы вот такая панелька получается. Как только застынет, завтра буду снимать и выносить на тесты. Ну, останется припаять, правда, вот осталось два вывода. Ну, к одному из них диод. Диоды уже, кстати, тоже пришли из Китая. Вот, и придумать какую-то небольшую коробочку туда. Через некоторое время я сделал точно такую же рамку для второй панели. Вот. Точно так же все это собралось. И теперь ждем, когда застынет вторая панель, для того, чтобы протестировать их обе на солнышке. Ну а с вами я прощаюсь до следующего видео. Я надеюсь, что видео это будет про тесты этих данных двух панелей. Пока-пока!